приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И это видео мы хотим посвятить величайшему чуду, это о крещенской водичке, потому что в этот день на всю водичку на земле сходит Божья благодать, и вода становится целительной. И в этом видео мы поговорим о некоторых практиках, которые помогут вам настроить вашу денежную ауру в вашем доме. И обязательно, как только у вас появится первая возможность, обязательно проведите гармонизацию квартиры с помощью крещенской водички. Что для этого нужно сделать? Вам нужно найти зону богатства. Как ее найти? Вам нужно встать спиной к входной двери, а лицом смотреть на квартиру, и вот самый дальний левый угол и будет финансовой зоной. Далее налейте в большую белую или прозрачную чашку немного святой воды и расставьте в этом месте с следующей молитвой: «Господи, Боже мой, да будет дар Твой и святая Твоя вода во здравие энергии нашей и очищению дома нашего по беспредельному милосердию Твоему, молитвами к Тебе и всем святым Твоим. Аминь». И вот оставить эту чашу с водой нужно до следующего дня. Затем вылейте, но эту водичку ни в коем случае нельзя выливать в канализацию. Вы можете вылить под любое дерево или, например, если у вас есть цветы, то в цветочный горшок. Для того, чтобы весь день сопутствовала вам удача, необходимо перед выходом из дома трижды окропить себя святой водой и сказать следующие слова: «Как Святой Дух с небес сошел и великую силу нам дал, так и на меня ваше имя сила и удача сошли и со мною останутся. Аминь». Друзья, далее очень важная практика, которую нужно всем использовать. Итак, первую зарплату или любые первые деньги, которые вы получите после крещения, то есть 20-го, 21 января и так далее, вы можете сделать денежным магнитом на весь следующий год. Для этого не тратьте эти деньги сразу, а принесите и положите на ночь под любую прозрачную емкость, именно стеклянную емкость, и чтобы она была прозрачная, со святой водой. Даже если это будет пачка денег, в любом случае принесите и одну ночь. Эти деньги должны пробыть у вас в доме. И в обязательном порядке их нужно положить под прозрачную емкость именно со святой водой. И на воду нужно нашептать следующие слова: «Святым Духом благословенное, благослови то, что мне, говорите ваше имя, Богом дано для добра да для прибыли. Добро к добру, а деньги к деньгам. Истина». Далее, одну купюру вам нужно будет после этого положить в кошелек и не тратить весь год. И вот эта купюра будет вашим денежным магнитом. А водой, которая была в стакане, полейте, например, ваше денежное дерево или другое комнатное растение. А деньги вы на следующий день можете использовать так, как вы обычно используете. Также, друзья, хорошо протирать святой водой ваше зеркало, в котором вы чаще всего смотритесь, потому что тонкие энергии будут напитываться, а страх, волнение, какие-то переживания, которые отпугивают удачу, будут просто испаряться. И когда вы будете протирать, обязательно говорите своему отражению следующие слова: «Святая вода мне силу дала, тело до мысли в порядок привела, удачу и уверенность мне свою придала». Друзья, вот такие вот чудесные практики с благословенной, с крещенской водой вы можете сделать, чтобы улучшить свое материальное положение и привести деньги к деньгам. Поэтому обязательно используйте эти практики в своей жизни.